Добрый день, дорогие друзья! В прошлом выпуске мы прилетели в Бангкок, целый день провели в этом прекрасном городе, в итоге попали на поезд и поехали в город Суратхани. А сегодня мы приехали в Суратхани и продолжаем наш путь на остров Самуи. А вот называется этот город, куда приехали, Суратхани. Автобус уже ждет. Смотрите, какой яркий, красивый цветочный орнамент. Друзья, мы уже сели на автобус и едем. Здесь вот телевизор располагается, мы на втором этаже с Лешей, сели на первые места. Вот у нас внизу сидят сотрудники, там водитель и двое сотрудников, которые помогали нам с багажом. Ой, трясет, конечно. Вот такие перспективы у нас. Лёша завтракает. Ну, динамика очевидна. Лёша уже в футболке, но еще с шарфом, потеплее. Речку проезжаем. В автобусах также есть кондиционеры. Дороги в Таиланде очень хорошие. Скорость передвижения транспортных средств высокая. Время для нас пролетело незаметно. Мы ехали и всю дорогу любовались прекрасными видами Таиланда. Мы уже в порту. Порт. Леша, он там впереди с туристами. Тут наша лодочка. Я вся в сумках. Еще и рюкзак сзади. Там уже размещают багаж. Сейчас избавлюсь от этих сумок, конечно, но тяжело. Там несколько этажей, вот мы, наверное, свыше на этом будем, здесь еще внизу этаж. Сейчас я Лешу подожду, где он там. А, Леш, идешь? Тут, конечно, тоже прохладно, холодно. Давай вот сюда. Ну, давай с края. Да, проходи. Я не хочу туда. Алло. В общем, вот такая тут атмосфера. Давайте я покажу и выключу камеру. Друзья, мы уже выгрузились. Вот такой у нас пирс длинный. Прошли, сейчас будем искать такси. Хотим поехать в тот отель Бунгало, да, где мы жили 3 года назад. Если будут места,
дай бог заселимся. Ну, в общем, посмотрим. Заранее ничего не бронировали. Все на месте будем искать. Ох, табличка 1200. За 620 торговались поехать до места, где мы жили вот с Лешей раньше. 620, надо как 1200. О, плиз. Посмотрите, какой красавчик нас встретил прямо возле нашего бунгало. Иду. Тот отель, в котором мы жили в прошлый раз, был закрыт на ремонт. Поэтому мы с таксистом поездили по соседним улицам и нашли бунгало прямо на берегу моря, которое сняли на 2 дня. Здесь такой сад. Сад. Это терраса. Что у нас тут имеется в номере? Кровать. Ну, кондиционер. Заходим в ванну. Душ, ванна, туалет. Вот такой номер стоит в сутки 500 бат. Без кухни. Такое все деревянное. Когда мы с Лешей немного отдохнули, мы отправились на поиски скутера. Арендовав скутер на 2 дня, мы начали поиски нашего нового дома. Друзья, мы приехали сейчас в такое кафе. Лёша себе заказал рис с овощами, а я заказала лапшу, тайскую лапшу жареную с овощами. Вот будем пробовать их еду. Вон наш байк стоит. Посмотрите, как живет, да, вот это растение. Ну вот у нас оно в России монстера, что ли, не знаю, называется. Живет прямо на дереве. Так, наш новый дом. Вот так он выглядит снаружи. Поднимаемся. Такая терраса. Лёша расположился, наш багаж. Заходим внутрь. Это такой холл. На всех окнах сетки, что радует. Так, диван, стол. Это холл-гостиная. Телевизор. А здесь у нас кухня. Зона кухни, газовая плита. Так, проходим тут горячая вода, водонагреватель, душ, туалет, умывальник, дальше спальня. Столик, шкаф. За этот дом мы заплатили 16 800 рублей. Вот, собственно, и все. Вот такой домик. Мы сняли на пляже Майенам. Посмотрите, какая красивая рыба. Я вообще в восторге, цветная такая вся. Это ж надо! Наши приключения на Самуи продолжаются. До встречи в следующем выпуске, друзья!